От всей души поздравляю наших хлеборобов с этим отличным результатом. Конечно, в этом году и с погодой повезло, но все-таки такой урожай стал возможным только благодаря совместной работе аграриев и ученых, отметил в своем твиттер-аккаунте губернатор Александр Ткачев. Однако жатва 2013 еще не завершена. Предстоит убрать кукурузу, подсолнечники и другие культуры. Всего в этом году кубанские аграрии планируют взять планку в 11 миллионов тонн зерновых. В целом урожайность зерновых составила более 51 центнера с гектара. Это на 10,2 центнера больше, чем в прошлом году. Лидируют по урожайности Тимашевский, Каневской, Выселковский, Кавказский и Староминский районы.